Здравствуйте. Сегодня рассмотрим новинку среди секаторов. Секатор модель S39 торговой марки Oasis. Данный секатор имеет очень интересную конструктивную особенность. А в частности, этот секатор имеет два лезвия. Первое лезвие обрезающее, второе лезвие придерживающее или фиксирующее. Данный секатор используется для сбора винограда, овощей и роз. В чем же секрет работы данного секатора? Сейчас я продемонстрирую вам. При обрезке винограда, саженца, овощей или роз одно лезвие обрезает, второе фиксирует. То есть цветок, овощи или виноград, рост винограда, никогда не упадет, а зафиксируется вторым лезвием и будет у вас в секаторе до тех пор, пока вы не разожмете рукоятки. Облегченные рукоятки позволят работать длительное время данным инструментом без усталости. Лезвия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Данный секатор вы можете приобрести на нашем сайте spsat.com.ua.